мы первыми заявили, что мы готовы выполнить любой приказ, поставленный Верховным Главнокомандующим на земле, на воде, Арктике. Поэтому мы начали первыми, и наших инструкторов есть опыт, поэтому больше привлекает наших инструкторов. Вы знаете, у нас есть РУС, который готовит спецподразделения, и у нас есть хороший опыт. Он в первую очередь президенту, Верховному Главнокомандующему и нашему государству. А во-вторых, мы создали базу для подготовки специальных подразделений. Общая цель – это борьба с международным терроризмом. Этой цели и посвятил свою жизнь Ахмад Хаджи Кадыров. Мы сегодня приобрели много друзей. Мы будем делать все для того, чтобы спецподразделения были готовы выполнить любые сложные задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим. Университет спецназа, который создан в республике, это не только лучший учебный центр на Кавказе, Российской Федерации, в Европе, он один из лучших в мире.